19 вересня в місті Васильків відбувся чемпіонат Київської області по дзюдо серед юнаків та юначок до 17 років. Ці змагання стали відбірковим етапом на чемпіонат України серед молодших кадетів, який відбудеться з 1 по 3 жовтня в місті Ужгород. Славутич представляли 5 спортсменів комплексної дитячо-юнацької спортивної школи. Двоє з них – Андрій Стельмах та Давід Марцофей – посіли 7 місце. А інші троє вибороли призові місця. Третє місце зайняв Максим Грінь, друге місце – Гріщенко Ілля, і перше місце зайняв Семен Тимошенко. Хотілося б так теж відмітити для поняття ситуації, складності. Це те, що Київська область проходила в возрастной категории до 17 лет, а мальчишкам нашим много меньше. Например, Семен Тимошенко, который выиграл, ему сейчас 14 лет, а ребятам Илье и Максиму по 14-15 лет. То есть они намного младше, и несмотря на это показали очень хороший результат, отобрались на чемпионат Украины и поедут представлять Киевскую область и город Славутич на чемпионате Украины. Соревнования мне понравилось. Очень сильно. Я рассчитывала только на победу. Сами соперники, ну не знаю, мне как-то было легко с ними бороться. За первое место, конечно, было немножко трудно, потому что там намного сильнее соперники выходят и так далее. Ну, я удушил за первое место, когда боролся, и все. Впереди чемпионат Украины, ты уже готовишься и настроен на победу или еще сомневаешься и придется поработать? Ну, конечно, рассчитываю на победу, на самое лучшее, но пока что мы готовимся. Я знаю, что ты занял второе место, что в принципе не получилось, из-за чего такой результат и в целом для тебя это хороший результат или нет? Ну, на самом деле я готовился занять первое место, но все схватки выиграл, кроме одной финальной. Соперник был чуть-чуть лучше подготовлен и такой результат вышел. Но в основном второе место тоже неплохо, потому что это был отборочный турнир на Украину, и я туда прошел. И я в основном доволен результатом. Ну, мы готовимся к чемпионату Украины, у нас проходят сборы каждый день, утром тренировка и вечером. Мы очень хорошо готовимся и хотим, как город Славутич, его представить как город спортсменов. И мы думаем, что готовимся занять призовые места. Но это наша первая Украина будет, и я не знаю, какие дальнейшие у нас будут, как мы будем дальше себя вести там. Но мы думаем, Украину это хорошо выступить. А в целом, в дальнейшем ты планируешь свою судьбу связать с таким спортом, как дзюдо, или это будет твоим просто хобби по жизни? Ну, я назвать хобби дзюдо, когда ты тренируешь уже 8-й год пошел, тяжело назвать, это уже как ты уже спортсмен. И я не знаю, как только Украину выступим, будем дальше думать. И я хочу до 11 класса заниматься только дзюдо. Прекращать не буду, потому что уже и так далеко зашел. Но, а там дальше посмотрим. Прошел чемпионат области, ты занял третье место. Расскажи, что не получилось, чего не хватило для первого? Ну, немного не хватило до победы, не дотянул. Семен выиграл того противника, которому проиграл. Я боролся за тройку и выиграл третье. Расскажи, что для тебя вообще дзюдо и планируешь ли ты в дальнейшем связать свою жизнь с этим видом спорта? Конечно, хочу дальше тренироваться, поехать на Украину, мир, Европу и как-то попасть на Олимпийские игры. Я знаю, что у тебя сегодня день рождения, мы тебя поздравляем. И давай, в день рождения принято загадывать желания, и они обязательно, говорят, сбываются. Давай сегодня пожелай все, чего ты хочешь. Стать олимпийским чемпионом. Ну що ж, сподіваємося, мрія хлопця втілиться в життя, і він обов'язково підкорить найвищу вершину спорту. А наразі вітаємо призерів чемпіонату Київської області і бажаємо плідно підготуватися до наступних змагань і вже зовсім скоро вибороти золото чемпіонату України.